Ребята, сейчас мы будем выполнять упражнения для повышения уровня физического здоровья. Внимательно смотрите и повторяйте все движения. Упражнение 1. Лодочка. Это упражнение укрепляет мышцы спины и улучшает осанку. Исходное положение. Лежа на животе, руки вверх ладонями к полу, смотрим на кисти рук, ноги прямые, носки тянем. На раз. Поднимаем прямые руки и ноги, далее удерживаем принятое положение. Исходное положение принять. Руки вверх. Носки тянем. Упражнение начинай. Раз. Держим. Три. Держим. 5. Руки прямые. Ноги прямые. 8. Смотрим вперед, продолжаем удерживать. Молодцы. Упражнение 2. Боковой мах левой. Это упражнение укрепляет боковые мышцы живота. Исходное положение лежа на правом боку, правая рука за головой, левая перед грудью ладонью к полу, ноги прямые вместе, носки тянем. Раз. Левая нога в сторону. 2. Исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз. 2. Ноги прямые. Раз. 2. Носки тянем. Раз. 2. Продолжаем. Теперь выполним упражнение на левом боку. Исходное положение принять. Левую руку за голову, правая рука перед грудью ладонью к полу. Упражнение начинай. Раз. 2. Ноги прямые. Раз. 2. Носки тянем. Раз. 2. Продолжаем. Упражнение 3. Приседание руки вперед. Это упражнение укрепляет мышцы ног и спины. Исходное положение. Стойка ноги врозь, полная опора стоп. Спина прямая, лопатки сводим, голова прямо, на раз. Приседаем руки вперед, спина прямая, на два. Исходное положение. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз. Присесть. Спина прямая. Два. Смотрим вперед. Раз. Вдох. Руки прямые. Два. Выдох. Раз. Вдох. Два. Лопатки сводим. Раз. Опора на пятки. Два. Выдох. Раз. Два. Продолжай. Упражнение 4. Планка. Теперь укрепляем мышцы спины и живота. Исходное положение. Упор лежа от пола, туловище и руки прямые, ноги прямые вместе, голова прямо, смотрим на кисти рук, живот втянут. Исходное положение принять. Удерживаем положение. Раз. Держим. Два. Руки прямые. 4. Живот втянуть. 6. Смотрим прямо. 8. Продолжаем удерживать. Еще немного. Отлично, молодцы. Упражнение 5. Шлагбаум. Закончим комплекс дыхательной гимнастикой. Исходное положение. Стойка ноги врозь, руки внизу, спина прямая, смотрим вперед. Исходное положение принять. Вдох через нос, руки вперед. Делай раз. Выдох через рот, руки вниз. Делай два. Раз. Вдох. Два. Выдох. Раз. Через нос. Два. Через рот. Раз. Руки прямые. Два. Голова прямо. Раз. Глубокий вдох. Выдох. Продолжаем.